На заседании было рассмотрено 10 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 27 областного закона. Это нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время. Статья 27 областного закона об административных правонарушениях на территории Смоленской области. Нарушение тишины и спокойствия граждан в ночное время с 22 часов до 6 часов утра в местах постоянного проживания или временного пребывания граждан. Учет предупреждения или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 3000 рублей. По 6 протоколам комиссия провела с нарушителями профилактическую беседу и просто предупредила. А 4 меломанам придется заплатить штраф в 1000 рублей.